Здравствуйте, в эфире телеканала CBC и радио CBC FM «Вечерний выпуск новостей» в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства о работах по восстановлению и реконструкции. Ильхам Алиев посетил несколько населенных пунктов района. Реализация программы «Великого возвращения» идет полным ходом. Сегодня группа из 30 семей в общей сложности 121 человек направились на постоянное место жительства в село Забух Лачинского района, где для их комфортного проживания созданы все условия. Массовые убийства людей с применением холодного и огнестрельного оружия стали происходить на Западе все чаще. Случаи, когда люди применяют насилие по отношению к окружающим, становятся обыденностью. По мнению психологов, это связано с растущей напряженностью и учащением вооруженных конфликтов во всем мире. Государственная нефтяная компания Азербайджана приобрела доли компании «Эквинор» в проектах «Азери-Чирак-Гюнешли», «Карабах» и «Баку-Тбилиси-Джейхан». Таким образом, участие государства в важнейших проектах энергетической отрасли возросло. В рамках поездки на освобожденные территории президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил 4 села Ходжалинского района. Глава государства также побывал в Шушинском районе, где посетил поселок Туршсу и источники, расположенные там. Родник Туршсу, являющийся источником минеральной воды внутри леса, берет начало в 17 километрах к юго-востоку от города Шуша. На протяжении многих лет эта территория была одним из излюбленных мест отдыха шушинцев и гостей города. Президент Ильхам Алиев побывал и на источнике Сахсы. По некоторым данным, до того, как был проведен металлический водопровод, источник в народе получил название Сахсы, так как вода, выходящая из скалы, протекала через древнюю глиняную трубу. Это название сохранилось до наших дней. Возрождение Карабаха – ключевой пункт повестки Азербайджана. Благодаря продуманной, взвешенной и дальновидной политике президента Ильхама Алиева, Азербайджан смог не только восстановить суверенитет и территориальную целостность страны, но и за всего 3 года смог провести колоссальную работу по восстановлению освобожденных территорий. Тему продолжим с нашим гостем. К нам подключается Ильхам Мамедов, полковник юстиции в отставке. Ильхам Алиев, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Что ж, президент Азербайджана Ильхам Алиев пристально следит за ходом восстановительных работ в Карабахском регионе, участвует в открытии ключевых объектов, посещает их на этапе строительства. За этот год глава государства неоднократно посещал освобожденные территории. Вот хотелось бы у вас узнать, вот каким вы видите будущий облик Карабаха и Восточного Зангезура? Ну, в принципе, в отношении будущего Карабаха господин президент постоянно говорит в своих выступлениях, и что Карабах и жемчужина Карабаха Шуша, она будет превращена в одно из самых цивилизованных, красивых, благоприятных мест, куда будут стекаться туристы, где будут жить люди, как говорится, в условиях комфорта, и сочетаться с красотой тех мест, про которые мы уже более 30 лет соскучились. Действительно, этот год, уходящий год, уже конец декабря, дает основание полагать, что этот год был действительно очень удачливым для нас, для Азербайджана в целом. Как начиналось вот после известного подписания 2020 года, Армения постоянно жонглировала политическими своими, вот не хотела, и сейчас продолжается,
Но в этом плане решение, вот исполнение решений трехстороннего договора, я думаю, он сам решил, был ликвидирован вот этот был, так называемый коридор, по которому стекались оружие для оккупационных войск, которые, несмотря на нормы международного права, все еще находились. И потом был 23-часовой славный путь нашего воина. И, как говорится, очень и очень пытались на этом пути нам создавать условия, проблемы. И проблемы так называемым нарушением якобы гуманитарного права. Причем нагло заявляли об этом выступлении, были попытки и в Совете Безопасности несколько раз, и горе прокурором Обамой, и которое то есть завершилось позором для самого горя этого прокурора, так и лиц, которые на основании вот этого обратились до международного. То есть, в принципе, с исторической точки зрения, это действительно очень и очень мало времени прошло. Но вы смотрите, сколько там созидания, сколько там из руин возрождаются города. И смотришь вот, то есть на кадры, на Багдаме строительство, в Физулях, в других местах, в Лачине, дороги какие строятся. И, честно говоря, действительно гордишься, что Азербайджан как государство состоялось, что несмотря на то, что все эти за 30 лет оккупационные, как говорится, вот как присутствие на этих территориях были превращены в руины, но сейчас вернулись туда хозяева в прямом смысле этого слова. Потому что и вчерашний матч между легендарным Карабахом, который всегда приносит столько положительных эмоций для всех любителей спорта, сыграл матч с армейцами. И вы, наверное, смотрели, и господин президент, когда выступал, действительно, как четко распределил акценты не только внешней политики Азербайджана, которая опирается на демократические принципы, на принципы законности, на принципы международного права, но и на внутреннюю аудиторию, где речь шла, вы увидели, что сидели там дети наших шахидов, они присутствовали на этом стадионе, присутствовали в стадионе, наши гази присутствовали на этом стадионе. То есть лица, которые имели действительно полное право присутствовать на этом стадионе. Если вы смотрели, обращали внимание, наш оператор показывал и вокруг этого стадиона кадры, когда в целостности и сохранности были все дома, все Ханкенде. Кстати, господин президент особо подчеркнул, что эти дома, этот стадион, он был построен за счет азербайджанского государства. Это действительно так, за счет азербайджанского государства. Потом она была превращена в гнезда воинствующего сепаратизма. Но спортивный праздник, который между нашими двумя клубами, она действительно была, принесла очень много удовольствия всем нам, как в спортивном плане, так и в плане того, что мы совершенно новую перспективу даем этим, да, совершенно новые дни. Посмотрите, что творится сейчас сегодня в мире, какие войны, сколько раз пытались нас завлечь, как эти зловещие капканы международного гуманитарного права. Но сколько раз мудро, четко нашим дипломатам во главе с нашим президентом удавалось уходить от этого, потому что правда за нами была. Потому что мы действительно отстаивали свои земли, свою территориальную целостность. И ни одно государство мира не смогло бы нас упрекнуть. Мы до последнего дня и сейчас заявляем, что, пожалуйста, вы можете вернуться только с одной единственной установленной в мире общими правилами для всех в рамках конституционного пространства Азербайджана, то есть государства граждан, которого вы собираетесь, если хотите быть, мы обеспечиваем вам вот
такую, и вот еще раз обращаю внимание, что действительно, вот видите, все дома в сохранности, никто, а что оставляли нам руины, руины. И поэтому, было действительно очень, это было к концу года, это предвещает действительно начало новой эпохи для региона в целом, не только для Азербайджана, не только для Карабаха, но и для региона в целом. Столько инвестиций вкладываться в Карабахский регион, который приносит свои плоды. Сколько там открывается новых рабочих мест, сколько с точки зрения туристического будущего, сколько там строится инфраструктура, обеспечивается инфраструктура. Все это за счет государства, за счет правильной политики, которая на сегодняшний день проводится там. И думаю, что все эти любители, как говорится, искатели приключений на пространствах Южного Кавказа, которые на десятки, несколько тысяч километров отсюда находятся, сколько бы они сегодня не снабжали оружием Армению, сколько бы они не снабжали, не пытались поднять реваншистские силы против нас, хоть вообще для мира в регионе, они, я думаю, что не будут иметь успеха, потому что пример, который подает сегодня Азербайджан, это действительно пример состоявшегося государства. Это пример безукоризненного применения норм как международного гуманитарного права, так и международного права в целом. При всей противоречивости, при всей проблематичности, с которым сегодня человечество сталкивается в отношении к нормам, к исполнению норм международного права. И я еще раз хочу поздравить и всех тех, кто присутствовали на этом стадионе, сейчас счастливчиков, которые были заражены вот этой аурой, вот этой энергетикой, которая сегодня, вчера была в этом стадионе, потому что действительно вернулись хозяева. Хозяева земли, которые намерены жить, созидать и применять все, чтобы это было доступно всем. Кто хочет жить в Азербайджане? Азербайджан неоднократно доказывал и доказывает, что она толерантное государство, что она предоставляет нормальную жизнь всем представителям всех народов. В Азербайджане присутствует на сегодняшний день представители многих народов, как местных народов, так и других народов, которые здесь жили. Поэтому мы толерантное государство. У нас не было проблем, кроме вот этого вывода вот этих оккупационных войск. А сейчас я думаю, что если все идет к миру, и если наши соседи тоже поймут, что действительно лучше мира, ничего эффективнее здесь нет. Мир он принесет благосостояние всем, в том числе и тем лицам, которые здесь пытались привести вот этих к этим войнам, своими идеологиями, теорией несовместимости народов и тому подобное. Конечно, все те, которые на сегодняшний день находятся в Азербайджане и ждут законного суда, вот я имею в виду главарей вот этих воинствующих сепаратистов, которые совершали международного характера, преступления международного характера, вот, это одно. А те граждане, которые выехали на территорию, весь мир убедился в том, что их жилище и имущество охраняется азербайджанской полицией, то есть здесь каких-то других подход к решению в рамках международного права. Мы представляем, и Азербайджан это уже столько времени представил, что за очень короткий период времени можно созидать, не разрушать. За 30 лет они буквально камень на камень оставили. А вот за последние вот 3 года, причем в условиях, когда там первый этап был, там очищалось от
миллион мин, заложенных в этих, на этих землях. В этих условиях Азербайджан поднимает из руин Карабах и показывает всему миру, что государство возрождается, что государство Азербайджан создает условия для всех своих граждан. И это радует. Я думаю, что это надолго. Я думаю, что если будет и наконец-то подписан мирный договор и с нашими соседями, нам жить на этой земле. Недавний договор, когда в отношении военнопленных, показало, что лучше всего договариваться тет-а-тет, лучше всего договариваться тем, кто себя здесь чувствует хозяином. Если мы себя чувствуем здесь хозяевами, если вы там в Армении себя чувствуете хозяевами этих земель, так давайте договоримся вместе. Все эти посредники, у каждого, как говорится, свой устав, у каждого свои проблемы. Так что думаем, что 2023 год прошел очень удачно для Азербайджана в целом. И еще нас порадует еще большими успехами, что действительно вы показали кадры возвращения наших беженцев, тот же Лачин и другие населенные пункты. Это не только возвращение беженцев. Это не только ихняя проблема была беженцев, это проблема была всего Азербайджана, всего народа Азербайджана. И каждый из нас имеет право, а каждый из нас действительно радуется. И спасибо, конечно, господину президенту, что вот мудрая политика, она действительно дает свои плоды. Ильхам Алим, большое вам спасибо за ваше мнение, спасибо за ваш комментарий. Спасибо. Всего доброго. Я напомню, что к нам подключался Ильхам Мамедов, полковник юстиции в отставке. Продолжаем выпуск. Футбольным матчем в Ханкенде Азербайджан в очередной раз продемонстрировал свою победу над оккупационной политикой Армении. Это был первый футбольный праздник на освобожденных территориях. Единство Карабаха, армии и народа является главным источником победы Азербайджана. На месте очередного исторического события побывал мой коллега Имин Ахмедов. Матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу между Агдамским Карабахом и бакинским клубом «МОИК» стал славной страницей в истории Азербайджана. Эта игра прошла в Ханкенде. Вне зависимости от исхода поединка, праздник спорта удался. Этот исторический праздник начался с встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он отметил значимость матча, событие, которое станет очередной славной страницей в истории Азербайджана. Стадион Ханкенди в короткие сроки был подготовлен к этой долгожданной игре. Восстановительные работы на освобожденных территориях идут полным ходом. Мы, хозяева этих земель, творим и созидаем, в том числе в городе Ханкенди, в Ходжалы. И на других освобожденных от оккупации территориях ведутся широкомасштабные работы по благоустройству и строительству. Этот стадион был практически полностью перестроен и капитально отремонтирован всего за 2 месяца. Все надписи, отображавшие символику сепаратизма, отправились на свалку истории. Наряду с другими освобожденными территориями сегодня реконструируется и город Агдам. В частности, через несколько месяцев в Агдаме начнет заново отстраиваться стадион Имарет. Агдам шәһәрендә Имарет стадионының yeniden inşa edilmesi başlanacak. Символический первый удар по мячу президента Ильхама Алиева предшествовал стартовому свистку. Игра между Карабахом и МОИКом прошла в увлекательной борьбе и завершилась победой агдамцев с минимальным отрывом. Победный гол забил на последних секундах матча Нариман Ахунзаде. Но, конечно, в памяти всех присутствующих остался не сколько результат, а сколько эмоций, пережитые в этот исторический день. Все было прекрасно. Такие игры – хороший опыт. Я впервые в жизни встретился вживую с президентом. Я был приятно удивлен. Я счастлив за жителей Азербайджана, за то, что страна вернула свои земли. Потрясающая атмосфера. Приехать сюда, выйти на поле, играть тут – это определенные чувства. Возможно, игра и уходила на второй план. Но в целом мы, конечно же, довольны победой. Сегодня, можно сказать, исторический матч, потому что впервые в Ханкенде Карабах сыграл против МОИКа символично. И, ну, какие-то, ну, ощущения такие, можно сказать,
впервые испытываю, находясь вообще в этом городе. Я очень рад, что Азербайджан вернул свои земли, и Карабах сыграл на этом стадионе. Очень рад увидеть президента с этими словами ободрящими. Не забыли отметить игроки Карабаха и игру соперника. Моек провел прекрасный матч, несмотря на поражение. Моек — хорошая команда. Хочу поблагодарить их за игру. Это было нелегко играть против такого коллектива. Они играли с большим желанием. Хороший матч. Соперник провел хорошую игру. Хочу поблагодарить их за это. Они играли до последней минуты. Сделали все, что могли. Мы счастливы, что выиграли. Свой последний матч в родных краях Агдамский Карабах провел в 1993 году. Это была игра на стадионе Имарят, который был полностью разрушен в период армянской оккупации. Эта арена будет восстановлена, как и вся инфраструктура освобожденных территорий. И однажды агдамцы сыграют и на своем родном стадионе. Игра в Ханкенди стала очень эмоциональным моментом и для главного тренера Карабаха Гурбана Гурбанова. Поздравляю всех вас. Это, наверное, первая пресс-конференция на этом стадионе с участием азербайджанских журналистов. Я счастлив. Никто не ожидал, что первая игра будет именно в Ханкенди. Благодаря нашему президенту и нашей армии, ее подвигам, мы сегодня провели первый матч. Что касается игры, то нам было сложно. Было волнение, и мы не были готовы к этой игре. Но концовка получилась интересной. Моек боролся до конца. Поздравляю свою команду. Играли до конца дисциплинированно. Как отметил глава государства, победителем этого матча стал азербайджанский народ. Справедливость восторжествовала. Игра в Ханкенди станет страницей истории. Истории, завершившейся победой Азербайджана над оккупационной политикой Армении. Имин Ахмедов, Намига Санлы, CBC. В рамках реализации концепции «Великого возвращения» продолжается переселение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории. Сегодня еще 30 семей отправились в село Забух Лачинского района. Таким образом, на сегодняшний день в селе на постоянной основе проживает 176 семей, в общей сложности 688 человек. Сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев из 121 человека выехала из жилого комплекса Гобу-Парк-3 Градахского района Баку и отправилась в село Забух Лачинского района. Это 30 семей, которые временно проживали в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях и административных зданиях в различных районах республики. Когда я покидала Лачин, мне не было и 30. Сейчас мне 64 года. Сегодня мы возвращаемся в родные края. Поверьте, атмосфера в Лачине совсем другая. Она особенная. Я всем желаю переселиться на свои родные земли. Сегодня я возвращаюсь уже со своей невесткой и внуками. Хочу выразить благодарность главе государства, нашей армии и нашим героям, отдавшим жизни за свою родину. Да упокоит Аллах их души. Мы с братом родились в Баку. Наши родители всегда нам рассказывали о Лачине, и сегодня, спустя 30 лет, мы едем в Лачин, чтобы увидеть его воочию. Сегодня я очень счастлив, даже не знаю, как описать свои чувства. Эти земли были освобождены ценой крови наших героев, нашей армии, нашей полиции. Я выражаю благодарность президенту Азербайджана за эту радость. Целую руки матерей наших героев. Наши родители любят Лачин, так как они там родились, жили, и мы его любим, даже еще не побывав там. Согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева, в Лачине продолжаются строительно-восстановительные работы. Восстанавливаются дома бывших переселенцев, реконструируются села, прокладываются автомобильные дороги и строится новый аэропорт. Возвращающиеся после 30-летней оккупации в родные края лачинцы будут жить в современном и развитом городе. Я родилась в Лачине. Когда я покидала свое село, мне было 19 лет. Сегодня я очень счастлива. Мы переезжаем с супругом, сыновьями и родственниками. Наши соседи тоже сегодня переезжают. Желаю, чтобы всегда у нас царил мир. Когда я покидал Лачин, мне было 37 лет, а сейчас мне 69. Я уезжал с мамой, супругой и тремя детьми, а сегодня я возвращаюсь со своей семьей и шестью внуками. Моя мать, к сожалению, уже скончалась. Я волнуюсь, поверьте мне. Когда-то не верилось, что мы вернемся. Я очень благодарен нашему президенту, нашим героям и нашей армии. Напомню, что на сегодняшний день в селе Забух обеспечено постоянное проживание 176 семей, то есть 688 человек. Балифа Бахшиева, Сеймур Кулиев, CBC.
Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и России. Информацию об этом распространил МИД РФ. Был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей обстановке на Южном Кавказе и в сфере европейской безопасности, включая взаимодействие в ОБСЕ, ситуацию в Совете Европы, отношения стран ЕС и НАТО. В ходе встречи была подчеркнута ведущая роль и особая ответственность государств региона в поддержке стабильности и безопасности на Южном Кавказе. С обеих сторон подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по проблематике региональной и европейской безопасности. Тем временем Армения продолжает выпады в отношении России. Ереван по-прежнему считает, что армянские бандформирования в Карабахе потерпели поражение по вине Москвы. С критикой на Кремль обрушился спикер парламента Армении Ален Симонян. Он заявил о разочаровании карабахских армян в России. Карабахские армяне, резко разлюбившие Россию, жалеют, что когда-то устраивали акцию в поддержку ее президента Владимира Путина. О разочаровании соплеменников рассказал спикер армянского парламента Ален Симонян, по-прежнему считающий Кремль виновным в поражении Армении в Карабахе. «Больше никаких портретов Путина и символики Z не будет», — заявил он. Думаю, что общественность Армении и население Карабаха прекрасно осведомлены о реальности и разочарованы произошедшим. Вы же помните, как раньше в Карабахе везде изображали букву Z, вывешивали фотографию Путина, писали «Спасибо, Россия». Все это изменилось за один день. Мы увидели бездействие российских миротворцев. Я думаю, что нет необходимости делать прямые заявления. Все и так понятно. Недопустимым и неприемлемым Симонян также назвал задержание в Армении российского гражданина Дмитрия Ситракова. Он был арестован в армянском городе Гюмри военной полицией 102-й базы России. Ситракова уже доставили на родину, но, как выяснилось, Генпрокуратура Армении не получала ходатайства о его аресте, задержании и передаче компетентным органам России. Думаю, что наш МИД должен выступить соответствующим откликом, поскольку это неприемлемо. Спикер парламента Армении прокомментировал и взаимоотношения страны с ОДКБ. Ален Симонян считает, что военная организация провинилась перед Ереваном и должна пересмотреть свою политику. При этом он отрицает наличие каких-либо антироссийских настроений в Армении. Даже если ОДКБ не хочет выходить из Армении, их выход проявляется в их шагах. Позиция армянской стороны по отношению к ОДКБ изменится тогда, когда данная организация сделает соответствующее заявление. Пока не будет чего-то в виде такого заявления, значит ОДКБ не работает. Россия, по словам Симоняна, могла навязать свою политику бывшим президентам Армении Качаряну и Саргсяну, но сегодня, убежден армянский спикер, рычагов влияния на армянское руководство у Кремля нет. При этом председатель армянского парламента не исключил, что в ближайшее время Ереван и Москва подпишут новое соглашение в сфере военно-технического сотрудничества. Шамистан Мамедов, CBC. Азербайджанский международный телеканал CBC подготовил к эфиру уникальный документальный фильм, съемки которого проходили в Армении. Съемочная экспедиция CBC не только провела съемки в местах исторического проживания азербайджанцев в западном Зангезуре, но и пообщалась с нынешними жителями этого региона. Это позволило собрать уникальные свидетельства и факты, которые отражены в документальном фильме. Зрителям представится возможность увидеть новые аспекты исторических и культурных связей между народами, а также услышать уникальные истории жителей западного Зангезура. Съемочная экспедиция азербайджанского телеканала CBC подготовила вторую серию фильма, посвященного судьбе исторических памятников Еревана. В результате этнической чистки 1988 года азербайджанское население было полностью изгнано из Армении. CBC попыталась выяснить, что произошло с архитектурным и культурным наследием азербайджанцев в Ереване. Как выяснилось, местные жители уверены, что в Ереване никогда не было старого города и что Ереван был построен в советский период. Ереван – это не Тбилиси. В Ереване как такового старого города не было. Съемочная экспедиция CBC посетила район, где ранее находилась построенная в 17 веке мечеть Залхана, которая была снесена еще в период Советского Союза. Были проведены съемки и на улице, ранее носившей имя Фирдоуси. Там, где когда-то находились азербайджанские кварталы, ведутся масштабные работы по сносу старых домов. Что раньше было? Раньше были дома, старые дома. Армяне жили, азербайджанцы жили.
фильме также приводятся воспоминания азербайджанцев, родившихся в Ереване. Я до сих пор помню нашу улицу, потому что я и вообще моя семья в Ереване родились, и моя сестра и брат тоже жили на этой улице. Особенно вот эту улицу я помню именно все семьи, которые там жили. Я помню детские ясли, куда ходила моя дочка тоже. Я помню моих соседей всех. Но еще хочу отметить, что именно вот Фирдуси 52, вот номер 52, это было в свое время имением моего дедушки, а потом перешло отцу и тете. Ереван – это моя родина. Азербайджан – моя родина. Человек считает родиной, естественно, место, где родился. А так как Ереван исконно считался азербайджанской землей, это значит наша родина. Мои предки все из Еревана, все родились там. Дедушка, прадедушка. Сейчас известные места Тухмахкёль, которые называются, например, мой дедушка родом оттуда. Печальная участь постигла дома, мечети, театр и даже кладбище азербайджанцев. Власти страны пытаются придать забвению прошлое Еревана. Однако в столице Армении по-прежнему хранится немало свидетельств об исконных жителях Еревана. Следите за нашим эфиром, чтобы не пропустить премьеру этого уникального документального фильма. Восстановление освобожденных территорий осуществляется параллельно работам по очистке этих земель от мин. В 2023 году на территории площадью около 7 тысяч гектаров инженерно-саперными подразделениями было обнаружено и обезврежено 234 противопехотных, 721 противотанковая мина и 1405 неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана. Проводимые инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии мероприятия по очистке освобожденных территорий от взрывчатых веществ продолжаются в плановом порядке. В целях обеспечения безопасного движения колонн автомобилей и боевой техники по местности со сложным рельефом были проложены новые, либо усовершенствованы и восстановлены имеющиеся пути обеспечения. В соответствии с планом подготовки подразделений в текущем году в азербайджанской армии проведены практические занятия по стрельбе из снайперских винтовок. Военнослужащие с высоким профессионализмом выполняли задачи по обнаружению условных целей противника и их уничтожению. Основная цель проведения учений – повышение уровня подготовки военнослужащих, дальнейшее совершенствование их практических навыков. Азербайджан категорически отвергает необоснованное обвинение Европейского союза в задержании журналистов и политических активистов. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, подобные предвзятые заявления расцениваются как попытка вмешательства в процессы судебной власти в Азербайджане, что противоречит основополагающему принципу правового государства, принципу верховенства закона. При этом безразличие ЕС к нарушениям фундаментальных прав и свобод в Армении, к случаям гибели в тюрьмах лиц, арестованных в результате политических преследований, а также к преследованиям в отношении политиков и членов их семей, является ярким примером двойных стандартов. Вместо того, чтобы делать подобные заявления против Азербайджана, ЕС следовало бы сосредоточиться на нарушениях прав человека в государствах членов Союза. До сих пор не выражено адекватного отношения к фактам убийства 12 человек во Франции в ходе акции «желтых жилетов», распространения коррупции в структурах ЕС, исламофобии, а также нападения на мусульман. Необоснованные претензии наносят удар по перспективам развития связей между Азербайджаном и Евросоюзом, подчеркнул пресс-секретарь МИД.
Другим темам. Американские СМИ сообщают о возрастающем противоречии между Израилем и его главным союзником на Западе – США. В частности, отмечается, что премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху 7 октября, когда сторонники палестинского радикального движения «Хамас» вторглись на израильскую территорию, обращается к президенту США Джо Байдену, президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку с просьбой заставить Египет принять беженцев из Газы. Однако все трое лидеров в разговоре с израильским премьером отказали ему в таком заявлении о недопустимости вытеснения жителей Газы на Синайский полуостров. Больше всего стороны расходятся во мнении относительно будущего региона и того, кто будет управлять анклавом после окончания боевых действий. В то время как Нетаньяху в своих заявлениях в последнее время все чаще отрицает саму важность создания независимого палестинского государства, Байден настаивает, что после уничтожения Хамас должно быть создано объединенное палестинское государство. А прямо сейчас новостной выпуск продолжим событиями в экономике. Все подробности узнаем у моей коллеги Салатын Мирзаевой. Государственная нефтяная компания Азербайджана приобрела долю компании «Эквинор» в проектах блока месторождений «Азеричирак», «Гюнешли», «Карабах» и основном экспортном нефтепроводе «Баку-Тбилиси-Джейхан». Состоялась встреча президента СОКАР Рофшана Наджафа с делегацией, возглавляемой исполнительным вице-президентом по международной разведке и добыче «Эквинор» Филиппом Матье, где был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области декарбонизации и зеленой энергетики. До купли-продажи акции «Эквинор» владела долей в 7,27% «Азеричирак-Гюнешли», 8,71% трубопровода БТД и 50% месторождения «Карабах». Доля СОКАР в АЧГ и БТД составила по 25%, месторождение «Карабах» – 50%. Сделки по приобретению доли участия будут совершены на условиях соблюдения всех нормативных требований и договорных обязательств. Азербайджан нацелен усилить логистическую функцию Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как «Средний коридор» в регионе Центральной Азии и Кавказа. В связи с этим сотрудники международной консалтинговой компании «Ячио», назначенной японским агентством по международному сотрудничеству для сбора информации, посетили азербайджанское Каспийское морское пароходство. По словам председателя правления АСКА Заура Нагиева, президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед компанией важные задачи. Они направлены на расширение деятельности АСКА на Каспии и в Некаспийских водах, а также обновление флота. В связи с этим компания постоянно принимает меры, связанные как с развитием среднего коридора, так и с увеличением количества судов в Черном и Средиземном морях. Инвестиционный план обновления парка судов утвержден в рамках концепции, принятой наблюдательным советом АСКА. По данному плану продолжаются закупка и ввод в эксплуатацию сухогрузов и паромов типа «Ропакс» с учетом маршрута среднего коридора. Китай занимает первое место в мире по количеству автоматизированных контейнерных терминалов. Об этом сообщил заместитель директора Бюро водного транспорта Ян Хуасюн. Министерство строит умные порты и автоматизирует терминалы. Китай является одним из мировых лидеров по внедрению концепции умного порта. Уже есть несколько кейсов успешного внедрения новейших технологий с использованием искусственного интеллекта. В 2020 году в стране начал работать первый умный порт с покрытием 5G. Технологии, внедрение которых позволяет порту называть себя умным, включают камеры и датчики, 3D-визуализацию, единую информационную систему. Среди оборудования также автоматические экраны, зеленые и автономные, энергообеспечение, смарт-контракты на основе технологий блокчейн, беспилотные суда и другие инновации. Все это позволяет эффективно использовать портовую площадь и время.
С точки зрения умного строительства портов, Китай занимает первое место в мире по количеству построенных и строящихся автоматизированных контейнерных терминалов. Мы сдали 18 автоматизированных контейнерных терминалов, а 27 контейнерных портов строятся и реконструируются. Освоены технологии, охватывающие всю цепочку проектирования и строительства, производства оборудования, системной интеграции и управления эксплуатацией. Что касается интеллектуального строительства водных путей, то их электронные карты охватывают все 2688 километров магистральной линии реки Янцзы. Умные водные маршруты быстро развиваются. К 2027 году Минтранспорта Китая намерена построить ряд смарт-портов и создать водные маршруты мирового класса. Концепция интернета вещей, которая объединяет все элементы умного порта, позволяет интегрировать массивы данных в единую структуру. Это упрощает контроль над всеми логистическими процессами. Когда к единой интеллектуальной сети подключены все элементы порта, его работа становится прозрачной и более эффективной благодаря оптимизации. Казахстан в текущем году сделал основной упор на ускорение развития обрабатывающего сектора. Страна реализовала ряд важных проектов. Это сделало задачу диверсификации экономики еще более актуальной. Казахстан намерен сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефти, газа и угля, химия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, а также производство автокомпонентов и удобрений. В республике запущено 126 новых проектов в обрабатывающей промышленности на сумму более 488 миллиардов тенге. Это примерно 1 миллиард 60 миллионов долларов. Создано порядка 9 тысяч постоянных рабочих мест. В Казахстане в этом году запущены проекты по переработке лежалых шламов, производству спецкокса, извести и многие другие. Одним из значимых достижений стал возврат в собственность государства комбината «Гармет». В предприятие на первом этапе будут вложены 1 300 000 000 долларов частных инвестиций. Наряду с этим запущен ряд малых и средних предприятий, выпускающих продукцию для внутреннего рынка. В 2023 году государство приняло ряд мер для поддержки и развития промышленности. Утверждена актуализированная концепция развития обрабатывающей промышленности на 2023-2029 годы, включая финансовые и нефинансовые меры поддержки и стимулирования. Общий объем финансирования проектов составляет свыше 620 миллиардов тенге, включая льготное кредитование. В работе по обеспечению сырьем подписано 25 трехсторонних соглашений, заключено 35 долгосрочных договоров и 10 автоэк-контрактов. В специальных экономических зонах реализовано 325 проектов, создано 24 тысячи рабочих мест. Для обеспечения инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса начата работа по запуску программы «Малые промышленные зоны». Она предусматривает строительство новых и реконструкцию действующих готовых производственных помещений для размещения субъектов малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающей промышленности. В текущем году в Казахстане налажен выпуск новых для рынка товаров. Среди них нефтехимические реагенты, частотно регулируемые электроприводы, картриджи для солнечных панелей, энергоэффективные кварцевые генераторы и многое другое. Правительство также ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий недобропользователей, допустивших нарушение правил. В результате в государственный фонд возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов и других ресурсов. В сфере недропользования министерство провело важный мониторинг деятельности недропользователей. Результатом стало прекращение 54 контрактов и отзыв 96 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых. Эти меры направлены на оптимизацию и повышение эффективности использования недр. Все указанные объекты после прохождения соответствующих процедур вновь будут доступны для недропользования. Также введена единая платформа недропользователей minerals.gov.kz. Эта платформа реализует основной принцип законодательства о недрах – принцип доступности информации. Загружено более 47 тысяч геологических отчетов и прошли авторизацию порядка 2000 пользователей. Новая промышленная политика Казахстана направлена на создание высокопроизводительной, ориентированной на экспорт экономики. Также это переход от сырьевой к обрабатывающей промышленности. Кроме того, вопрос увеличения доли переработанной продукции в агропромышленном комплексе рассмотрены на совещании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. По его словам, приоритет в ближайшие годы будет отдаваться переработке мяса, зерна, молока и другого сырья. Среди ключевых
ключевых целей Казахстана – рост производства качественных продуктов питания, а также создание новых рабочих мест. Индия намерена самостоятельно находить технологические решения и со временем отказаться от импорта технологий. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. По его словам, технологии, как никогда раньше, стали важной частью нашей жизни. Перед страной стоит цель не импортировать какие-либо технологии или от кого-то зависеть в этом плане, добавил премьер. Индия обладает всеми необходимыми ресурсами и может обеспечить недорогую и качественную продукцию, которая станет ответом на вызовы современности, уверен Нарендра Моди. Вместе с тем он призвал относиться очень внимательно к любой новой технологии, назвав искусственный интеллект очень динамичной проблемой. Он может быть очень полезен, если его использовать правильно, но если его использовать неправильно, это может создать множество проблем. В частности, хочу указать на проблему дипфейков. Нам нужно быть более бдительными, прежде чем верить каким-либо фотографиям или видео. Индия работает над созданием глобальной структуры для искусственного интеллекта. Мы представили главные события в сфере экономики. На этом у нас все, Лидия. Большое спасибо, Салатын. Я напомню, что экономический блок представила моя коллега Салатын Мирзаева. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в 9-часовом выпуске новостей. Всего доброго!